12 ноября. Финал 19 сезона Омской официальной лиги КВН. Боролись за почетный трофей, как всегда, в стенах областного молодежного центра «Химик». 6 команд, 4 конкурса, 1 победитель. Право руля! Ксения, не хотите ли вы подняться к нам на борт и провести вечер со мной? Нет? Ну чё, Шабан, получается, катись колбаской по малой спаской. Открывали конкурс визиткой. Команды презентовали себя зрителю и жюри, и, естественно, все в шуточном формате. Далее была ситуация, как всегда, непростая. Здесь КВНщикам нужно было смешно ответить на фразу, предложенную организаторами. Не обошлось и без биатлонной перестрелки. Шутками, конечно. Завершили свое выступление команды музыкальным домашним заданием. В конце каждого пути наступает момент, когда до кубка остается один куплет. Скоро имя чемпиона услышит зал. А мы скажем спасибо тем, кто нам помогал. Спасибо жизнь за эти мгновения. Красное и белое, спасибо за вдохновение. Спасибо за реквизит, Леруа Мерлен. А за шашлык спасибо, Арсен. Очень все здорово, очень все качественно. Я очень благодарен нашему химику Тимофею Александровичу Назарову за то, что они вот смогли и могут, и много лет продолжают вот это движение КВНовское. И, на мой взгляд, оно находится на очень высоком уровне. Я считаю, что это один из лучших финалов, которые были вообще в истории Омской областной лиги. Сегодня было все очень сильно, очень качественно. И, ну, проще сказать, где не получилось, чем где получилось. Максимальное количество очков после каждого конкурса. Итог. Чемпионский кубок в руках команды КВН «Омская сборная». Вторыми стали ребята из ВВ. Третья награда у коллектива «Год за полтора». На самом деле мы не думали, что сегодня победим, потому что у соперников, казалось, были генеральные прогоны, на котором команды показывали свои выступления, и казалось, что у команд сильнее, чем у нас. Вот. И честно, ну, мы старались, трудились, секрет никакого нет. Просто самое главное – это трудиться. И такой секрет для молодых команд – главное кайфовать от того, что делаешь. Был и второй кубок. Вручали его в этом году впервые команде, которая за время всего 19 сезона набрала наибольшее количество баллов. Система новая, награда приятная. Трофей забрала команда ВВ. Ребята, наши соперники, чемпионы, они выиграли визитку. На голову сильнее у них была визитка, чем у многих команд. Большинства, в том числе нашей. И за счет этого эффекта они катились по конкурсам и катком сыграли игру. А нам пришлось вот так вот юлить. Какой-то конкурс хорошо, какой-то нехорошо. Вот так вот и проиграли.